Глава Кизлярского района временно отстранен от занимаемой должности. Такое решение в среду принял Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия. Александр Погорелов подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, он, возглавляя сельсовет «Южный», внес ложные сведения в похозяйственные книги о наличии у 19 жителей сельсовета права пожизненного наследуемого владения, после чего жители оформили право собственности на земельные участки. Сумма ущерба оценена в 2,2 миллиона рублей.